Привет-привет! Это мое первое видео на ножевую тематику. Ну, формат я выбрал уже проверенный, это говорящие руки. И рассказать бы хотел про такой, наверное, незаслуженно обделенный вниманием русскоязычным сообществом ножик Spyderco Cat. Почему обделенным? Ну, я не нашел ни одного ролика на русском языке про этот ножик. Вот, ну, наверное, про него немножко и расскажу. Ну, ножик с некоторой историей, он выпускался на Тайване когда-то со сталью S30V, и накладка у него была из карбона. Потом вроде бы как, ну за что купил, за то и продаю. Качество у ножа хромало, его фирма Spyderco перестала выпускать на заводах в Тайване. Вот, и через некоторое время он вернулся уже со сталью 440C и с накладкой из материала G10. Вот, ну, скажем, первое, что я проверил, что у нас клинок находится по центру. Следующее, это как будто стандартная проверка, да, что у нас этот лайнер, замок лайнер лок, ну, упирается практически в край петли, вроде бы видно. Вот, дальше, ну, скажем, что мне не очень понравилось, то что режущая кромка, да, вот здесь она с этой стороны, ну, можно сказать, идеальная, где-то ее ширина составляет, ну, наверное, миллиметр. Вот, то с другой стороны она как бы в начале, точнее, в конце клинка больше миллиметра шириной, и здесь сходится где-то в полмиллиметра. В общем, тут заводская заточка. Вот, ну, на бумажке, если проверить, как бы все вроде хорошо, как бы бумажку кромсает. Вот, дальше что могу сказать вот по поводу, вот что мне не понравилось с точки зрения качества изготовления, да, вот здесь, если посмотреть вот этот чойл, вот этот вот, не знаю, чем делают вот этот спуск, да, вот он с этой стороны выглядит вот так вот, а с другой стороны уже более как бы вырез более глубокий. В общем, как-то эстетика некоторая теряется. В общем, как бы, ну, на этом, наверное, больше никаких претензий у меня нет. Но это, наверное, больше, наверное, придирки. Вот. Ну, с точки зрения вот клипсы, что бы мне хотелось, да, все-таки ножик такой, ну, который планируется, наверное, с собой носить там постоянно, да, но чтобы никому глаза не мозолить. А вот, вот клипса у нас, да, вот она сделана в виде такой, не знаю, как скрепка, не скрепка. Вот, и скрепка эта как бы утоплена, не знаю, насколько здесь хорошо видно, в пазы и затянута винтом. Да, вот эти пазы бы сделать либо чуть повыше, либо вообще, может быть, чтобы они выходили наружу накладки. И можно было бы вот эту, например, клипсу, ослабив винт, поднимать чуть выше или ниже. Вот, и тем самым можно было бы добиться, ну, я бы, например, даже, может быть, ее выдвинул бы на несколько миллиметров. И когда вешаешь данный ножик в карман, чтобы она полностью, чтобы ножик полностью исчезал в кармане, и было, ну, и не видно, непонятно, что это лежит нож, и чтобы как бы никого не смущать наличием чего-то режущего, колющего. Вот, было бы совсем замечательно. Ну, скажу, что как бы ножи, которые мне не нравятся внешне, я никогда как бы себе не покупал и не планирую покупать. Мне вот нравятся вот такие вот кинжалообразные клинки. А вот так он, кажется, смотрится в руке достаточно агрессивно. Но я вот дядька под 100 килограмм весом встал с этим ножиком возле зеркала, открыл его, посмотрел на себя. Ну, выглядит как, не знаю, как маникюрные ножницы. Ну, так достаточно нелепо и неуместно. Да? Хочется ножичек этот, кинжальчик
закрыть и спрятать в карманчик. Причем, что интересно, он хорошо помещается в маленький карманчик в джинсах, который предназначен, там, не знаю, для зажигалки там, или чего-то. Просто как бы идеально ложится у него. Вот, и даже появляется мысль, может вообще открутить вот эту клипсу, вот, и он будет там и не заметен, и не будет ощущаться вообще никак. Хотя он и так не ощущается. Вот, попробую поносить его немножко. А вот, лежит в кармане, замечательно, вообще его не ощущаешь ни по весу, ну не знаю как, ни, ну в общем, как будто в кармане вообще ничего нет. И даже сидя, когда сидишь и нагибаешься вперед, ножик не чувствуется. Ну в общем, в плане такого повседневного ножика для каких-то там чуть подточить, отрезать, поковырять что-нибудь, поиграться, вполне как бы я считаю, что хорошая моделька, вот, которую можно вполне себе приобрести, вот, и как бы с ней заниматься различными делами. Вот. Ну, конечно, не знаю, почему. Spider Cat, да, ножик называется. Ну, вроде как это кот или кошка. Я не знаю там, да, если это такой кот, то как бы у них там такие коты, то какие коты у тех, у кого такие крысы, вот. Вопрос такой, как бы, можно задать. Вот. Ну, для сравнения, да, то, что вот Anterio Red 1 многие знают, как он выглядит, чтобы просто оценить размеры. Вот, на относительно известного ножа и посмотреть, как выглядит этот кот на фоне крысы. Вот. Ну, не знаю, я бы, честно говоря, наверное, назвал его Спайдерка Китти или какой-нибудь Спайдерка Пуссикэт. Вот. Но, тем не менее, ножик мне этот очень нравится. Вот. И я его с собой, наверное, буду некоторое время таскать. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что информация как-то кажется полезной. Спасибо. Всем привет.